Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Бандероль пришла как простая. Это, скорее всего, увлажнитель воздуха. Сейчас распечатаем, посмотрим. Китаец сэкономил и отправил как простую бандероль. Вот так вот оно у нас запаковано. Вот такой вот гриб. Стоимость этого увлажнителя $6. Вот так вот он выглядит. Кнопочка включения отсюда, я так понял. Инструкция. Судя по всему, какой-то фильтр для воды. Вот такая инструкция на английском и китайском языке. И шнур для подключения к USB. Вот так снимается. Сейчас мы нальем воды и попробуем. Как оно у нас работать будет? Так, вот здесь вот у нас подключается мини-USB. И сейчас мы подключим к USB. Так, при нажатии кнопки ничего не работает. Но здесь все светится. Все подключено, все светится, но почему-то никаких никакого результата от этого нет. В общем, вот такой вот увлажнитель. Буду разбираться с ним, как он работает. Ссылка будет в описании. В описании также напишу работоспособность, или удалось мне его запустить или нет. На этом все. Всем спасибо. Пока.